смотри, на лапе какой-то браслет у него. Ну они же все такие. Один говорил, что они все с датчиками, да, или с датчиками. Я так понимаю. Там когда, по-моему, написано. А когда же этим будут цеплять? Саш, ну не бросай так. О, да, им нравится то, что это именно корм идет. А ну дай я чуть попросил. Давай чуть поближе придем. Не надо. Чуть-чуть. Куда ближе? Ну, между нами 3 метра. Смотри, он света снимает, знаешь, как сейчас красиво. Ну... Сейчас они начнут подходить потихонечку. Господи, короче, качать. Ну, можешь отойти. Интересно, а с руки есть будет? С руки не надо. Не вздумай. Чего? Вик, ну что ты сам? Вам не понял. Хорошо, нет, даже домашние особо не едят. Этот явно подходит. Вик. Ладно, я не буду, все, успокойся. Ну, имей как-то. Так, смотри, я сказала, ну, не буду. Сейчас такую голову поднимает, а тут я. И мне кукурузка больше всего нравится. А у нас уже больше. Тот там уже шипит, да? Кто-кто? Этот? Да точно они крякали. Мне кажется, на видео можно будет даже рассмотреть номер на его колечке. Вот тики как на мне тут. Шипит, шипит. Баба, походу, шипит. На, поешь. Да, да, она шипит. Не будь такой злой. Ой, ну, я так прямо сижу. Вика, лови вот этого самого маленького. Смотри, есть, который побольше, это гусята, да, наверное? Птенцы, смотри, есть меньше, есть больше. Но есть те, не-не-не, это те, что боевые, как бы, которые себе корм добудут, и те, что послабее. Вот тому малому кинь, то малой ходит не там, где надо. Вот то, что оно и такой маленький, видишь? Угу. Не дуплит. Банка большая, банка большая, он на 2 гусей по банку. Для того, чтобы мы гусей будем кормить, мы птичек будем кормить. А малый ходит. А? У него своя волна. Гордый, независимый. Он предпочитает натуралочку. Успокойся, успокойся. Что мамаша нервная, да, какая-то? Ей положено. Посиди на яйца, скики они там сидят 3 недели. Ты красотик какой. Так и причем это они с двух сторон их прикрывают. Обрати внимание. Да. Вот с одной стороны, с другой стороны, а в серединке детский сад.
да, это оно. Слушайте, по-моему, народу прямо нет. Ага. Шипит, шипит. Они знают, сколько им надо. Причем у них, по-моему, все быстро происходит. По-моему, да. Ты сейчас на видео как раз и запечатлеешь. Пока еще ничего не было. Я решила всю банку. Да почему бы и нет? Идем домой пока. Завтра тоже будем скармливать всем хай-парку. Кстати, надо к тому же взять весь пакет. Не знаю. Давай весь пакет возьмем. Ладно, банка. Так какая там банка? Очень круто. Ты будешь еще сегодня орешков можешь поставить. А некоторые, а тут малый уселся, вообще улегся такой ест. Он может самый слабый. Детский сад. Сори. Ну да, слышь, Свет, это она крякает. А звук шел оттуда. Поехали. Экшен. Испугался, что с той стороны начали подходить. Окружили. Окружили, да? Да, вот тут постоянно эта девочка, наверное. Она постоянно такая. Ну так и тебе, да, когда начинаешь шипеть, меня это успокоит, можешь так делать. Говно это фраза доктор Пеппер. Не, ну со льдом пойду. О, да, я забыл. Да, есть же, чтобы они где-то продают. Винобелье. Или в Украине, и типа баночка там, да? Баночка 0,30 или 0,25 или 0,33. Это на 30-ку гривен. Кипису там в ним влезет. Мы уже почти все скормили. А маленький все никак не раздуплится, что надо есть. Вообще не с той стороны. Я тебя закидала едой. Сообрази уже. Я думаю, он идет против системы, он за здоровое питание. Получается, что да. Все, это последнее. Сашуля, держи. Парк надо брать вот тут все. Здесь вот такие. Ты представляешь, искать сюда нечего. Ты возьмешь этот самый чемодан зеленый. А нет, у тебя желтый. Твой желтый. Желтый чемодан возьмешь. Положим туда вещи, обеды. Все, где-то не видос, наверное, уже гигабайт на 10. Ну что, пойдем? Да я предлагаю ехать. Поехали, хуй. А еще если там будем проходить такой же дорожкой, чтобы показать.